Оппозиционера с марша миллионов прорвали полицейское оцепление возле кинотеатра «Ударник» и начались задержания. Полиция на Болотной расценила как провокацию действия ряда участников акции. Речь, по данным Главного управления МВД, может идти о возбуждении уголовного дела. На площади проходил митинг, но многие оппозиционеры отказались идти на Болотную. Лидеры акции сели на землю перед большим каменным мостом и призывают своих сторонников садиться, устроив таким образом сидячую забастовку. Полиция удалила с митинга нескольких провокаторов. Всего же в акции участвуют 8 тысяч человек. Эти данные сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве. Среди участников активисты Левого фронта и Солидарности, анархисты, представители секс-меньшинств с разноцветными флагами, националисты. Санкционированная численность, напомню, 5 тысяч.